Ya. Косяк не сделал. Вот для чего надо оглушать рыбу. Так, давайте сразу подпускаем, сколько чего я поймал. Сейчас дальше пойдем и заберем там вот рыбу, которую до этого поймал.
уже три щуки. Эти два окуня и три щуки. Так, четыре щуки. Надо вот так укладывать ровно, чтобы рыба ровно застыла. Чтоб самому удобно будет такое. Таскать и снова вытаскивать. Готовить. Вот этот уже подмерз. Его давайте приготовим. Пусть готовится, в обед поедим. Для приготовления что нам нужно? Срежем все плавники, чтобы не мешались. Вот. Хвост тоже не нужен особо. Все. Сейчас фольгу обернем и в печку.